Всем привет! Продолжаем прохождение Company of Heroes 2. Миссия у нас снова в Сталинграде, 42-й год. Каждое кровопролитное сражение было важным уроком, товарищ. Оно показывало, что мы можем победить немцев. Именно поэтому мы так решительно и бесповоротно шли в бой в Сталинграде. В Сталинграде нас вел в бой приказ 227. У солдат не было выбора. Сражайся или умри. Первая миссия тоже была в Сталинграде. Тоже сентябрь 42-го года. Я не думаю, что будем переигрывать. Посмотрим. Душки Люфтваффе, такие F, интересно. Шесть печатных машинки. Так, приоритетный образ штурмовиков будет на короткое время введен приказ 227. Не успел. Прочитать не успел. Надеюсь, сейчас не будет тормозить карты, потому что в прошлый раз видео рендерилось, наверное, поэтому такая штука и происходила, что при перемещении по карте были рывки. Так, ну что, загрузка завершилась. Почти. Все. Погнали. Не отступать! Ни шагу назад! Согласно приказу 227, любой, кто отступит, будет застрелен на месте. Умрет смертью труса и предателя. Враги могут поберечь пули, мы и сами друг друга перестреляем. Но, товарищи, по правде говоря, у нас нет выбора. Единственный способ пережить этот день — идти вперед. Мы поняли, товарищ лейтенант. Мы пойдем с вами до конца. Как будто у нас есть выбор. Товарищи, отберем у врага родную землю. Нам некуда идти, только вперед, к победе. Мы займем территорию вокруг фабрики и пойдем через город к позициям немцев. Нет, другая. Не давайте обойти себя с флангов. Будьте готовы контратаковать, когда появится возможность. Пленные фашисты сообщают, что они планируют ввести в бой свою бронетехнику. Когда придет время, попробуем прислать вам подкрепление. Да, игра, конечно. Мы выкинем фашистов из Сталинграда квартал за кварталом. Вперед, товарищ капитан, соберите людей и закрепитесь по периметру. Еще один шаг. Мы в пути. Машины на месте. А что у нас? Нас обстреливает пехота. Машины меняют позицию. Пулемет готов. Если в этом районе у немцев стоит артиллерия, найдите и уничтожьте ее. Где танковое ружье? Готовы. Штурмовая пехота. Мы найдем этому применение. На нас напали! Мы достигнем цели. Нас есть ДП-28, дайте нам цель! Противник! Если вы так хотите, мы это сделаем! Саперы готовы! Наш штаб атакован! Нас обстреливают! Отряд, уходим отсюда! Вы атакованы! Саперы ко мне! Они нас видят! Мы саперы! Граната! Готово! Быстро!
Машина атакована пехотой! Осторожно! Саперы! Не стоять! Пригибаемся! Наш штаб под вражеским огнем! Чего вы хотите? Рыбор-спотер! Мы их поимели! Выступаем! Враг занял наш сектор снабжения! Ждем приказа! Поджарим их! Враг отрезал сектор! Бей их! На наш командный пост напали! Враг обнаружил нас! Одной гадиной! Полные силы на месте! Товарищ! Не дадим гадам удержать эту территорию! Советская территория отвоевана! Я забуду все, если в меня стрелять никто не будет. Мы готовы ко всему! Так, новобранцы, давайте будем... Отряды фронтовиков готовы к бою! Ни шагу назад, товарищи! Нет! ПТО готово к бою! Бронеавтомобиль М3. Цель понятна. Ударные войска на месте. Саперы наготове. Мы под обстрелом! Новобранцы-фронтовики готовы идти на фронт. Кто это? Так, мы сюда. Мы в пути! Отлично. Орудие наготове. Иду сюда. Мы передвигаем орудие. Ты там? Что там? Да, товарищ! Меняем позицию! Офицеры НКВД ушли! Готов. Артиллерия! В укрытие! Чё для орудия? На прицеле у врага! Готовы! Да, товарищ? Так, братцы, давайте сюда. Мы в пути! А вот так. Мы готовы ко всему! Почему их ноги пополнить? Я тут нового пулеметчика видел. Он родился в 7-м году. Двигаться! Почему не могу... Готовы! Так, так, стрелки готовы! Атакуйте! Мы вышли! Огонь врага! Выдвигаемся! Машины на месте! Мы подогнем пехоты! М-45 заказано! Пойдемте, товарищи. Ждем приказов. Машина готова двигаться. Готовы. Атакуем вражескую пехоту. Братья, нас повысили заказ. Вон туда, марш! Враг обстреливает нас! Орудийный расчет на готове. Идем быстро. Пехота врага атакует нас! Бросай гранату! Быстрее! Готово! Выступаем! Вперед! Чего вы хотите? Меняй позицию! Мы готовы! Я устал от этой фигни! Приказы? В этот отряд! Им нужны бойцы! Чего вы хотите? Мы идем! Что вам нужно? Мы под обстрелом! Укрепиться внутри! Гони! Мы уходим! Ваш приказ? Огонь по нашим позициям! Готовы! Вынимаем чеку! Граната пошла! Осторожно! Граната! Мы преподали урок пехоте! Мы готовы! Внутрь, мы черт повери! Потери! Отряд уничтожен! Отряд огнеметчиков... Больше смерть, чем... Артобстрел! Пулемет готов! Противник! Готов двигаться! Да, товарищ! Выступаем! Пехота! Артобстрел!
Минометы. О, хорошая штука. Что это? Хорошо, тут становится скучно. Бронеавтомобиль. Мы бы так не в него попали! Брось гранату! Свежие силы прибыли. Чего вы хотите? Наш отряд повысили! Пора уходить! Мы готовы! Отличная работа, Стёрк! Противник! Укрытие! Скажите, что вы готовы! Бар! Бар! Автомобиль ведет бой с врагом! Мы отходим! Чёрт! Граната! Граната! Надо было стать танкистом! Мы несем потери в технике! Машина атакована пехотой! Так, это было ближе, чем хотелось бы! Вперед! Отряды фронтовиков готовы к бою. Ваш приказ, товарищ! Отступление, смертная казнь. Минометчики. Давайте сюда. Установим миномет вон там. Новобранцы на месте! Артобстрел! Прибыли новые силы! У нас появились свежие новобранцы. ПТО готово к бою. Ищем хорошую немецкую посуду. У них хорошая сталь. Меняем позицию. Гранатами! Вот так все! Готовы! Они прячутся в зданиях! Выбейте их оттуда! Есть приказ! Идем! Быстрее! Ответный огонь! Уничтожил еще один отряд пехоты. Командование отменило приказ 227. Я больше не увижу милого. Так точно! Вам нужны минометы? Наш центр поддается! Незамедлительно! Готовы! Ударные отряды прибыли! Товарищ, мы видим врага! Новобранцы готовы действовать. Нас попали! Мы готовы. Водитель, давай! Ведем в бой! Мы готовы. Ведем быстро. Так, пилька. ПТО на месте. Еще, еще! Отряд, переместите орудие. Так, инженеры. Мы готовы строить и взрывать. Выступаем. Удержим эту землю ради народа! Вперед! Под огнем! Они обстреливают нашу позицию! Нужно уходить! Что мы можем сделать? Быстро! Отлично! Приказы? Штурмовые саперы! Я выделил вам в помощь несколько «Катюш», товарищ капитан. Они помогут вам выбить фашистских крыс из города. Если передовые отряды наведут их на цели, они будут куда эффективнее. Ждем вашей команды! Пора в поход, товарищи! Готовьтесь двигаться! Нас обстреливают!
Передвигаем ПТО. У вас есть цель? ПТО готово. Есть приказы. Чтоб ты сдох! У вас есть цель? Мы обнаружили врага! Пора идти, товарищи! Минометчики ждут приказ. Миномет меняет позицию. Орудие наготове. Теперь новобранцы могут атаковать танки противотанковыми гранатами. На вас напали! Штурмовые саперы. Нас обстреливают! Взяли починить. Нас обстреливают! Выступаем. Ваш приказ, товарищ. Противник! Вперед! Марш! Товарищ! Отряды фронтовиков готовы к бою. Стоять насмерть за родину. Товарищ! Выступаем! Катюша, готова! Реактивный миномет в пути. Отменен. Орудие в пути. Вперед! Нас обстреливают! Красная армия! Служим народу! Для него все кончено. Уходим! Пехота врага атакует нас! Ударим вместе! Да, товарищ! Граната! И шагу назад! Ракет! Противник! Порошок собрал! Чего вы хотите? Помогите отряду! Отлично. Готовы! Солдаты готовы! Новобранцы, этому отряду нужны бойцы! Мы готовы ко всему! Выступаем! Катюша, готова! Артиллерия! В укрытие! Шевелитесь! Саперы наготове. Ждем приказа. Ждем вашей команды. Занимайте это ПТО. Есть приказы? Давай сюда. Реактивный миномет в пути. Опера.
Против. Наша численность растет. Отбываем. М3. Едем. ПТО на месте. Вся мощь истории на нашей стороне. ПТО в пути. Минометный расчет готов. Минометчики. Минометчики надо спрятать. Миномет выдвигается. Что-то можешь? Почему бы не назвать их бронетрактором? Мы готовы. Ты еще сейчас жахнет, но... Мы служим народу. Они обстреливают нашу позицию! Уходи. Нужно уходить! Саперы готовы! Товарищи, здесь надо поставить склад боеприпасов. ПТО готово! Ударные войска на месте. Идемте, товарищи. Это пулемет! Новобранцы-фронтовики готовы идти на фронт. Граната, ложись! Орудие наготове. Артиллерийский залп по цели. Что вы хотите, товарищ? Ждем команду. На нас напали! Мы передвигаем орудие. Мы уничтожим врага. Артиллерия! Покрытие! Увозите это чертово ПТО отсюда! Выступаем! Нас обстреливают! Готов к вашим приказам. И я в пути. М3, в пути! Водитель, вези нас туда! Мазать! Огонь врага!
Минометчики ждут приказ. Минометчики ждут приказа. Минометчики, идите сюда. Окей. Что это? Да, идем. Товарищ, мы выделим людей. Есть приказы? Отряд, выступаем. Готовы. М3 атакован. Отряд, переместите орудие. Скажите, что вам нужно. Давай туда, водитель. Позиции. Найдите вторую. Угроза уничтожена. Туда, гони! Берегись, пехота! Ложи! Граната! Миномет на месте! Назад, товарищи! У нас, товарищи! Мы готовы! Ну, давай ты. Новобранцы-фронтовики готовы идти на фронт! Это было? Это с приказа? А. Там все орудие наготове. Отряд сапера. Если можно починить, почините. Будет, да? Миномет. Мне нужно выпить. Выделить людей к пулемету. ПТО на месте. Осталось совсем чуть-чуть. Ждем приказа. Бронеавтомобиль ждет приказа. Офицеры НКВД ушли. Двигаемся. Пути. Мы в пути. Готов двигаться. Есть приказы? Давай-ка ты. Да, катюша в пути. Ваш приказ, товарищ. Выступаем. Вам нужно что-нибудь? Мы готовы, насколько возможно. Готовьтесь двигаться. Тут пехота нет, тут я не вижу. Вам нужны саперы? Стрелки готовы! К чему так спешить? Мы придем туда, как раз... Выступаем! Товарищи, автоматы прибыли! Кому подарочки? Здесь нет груза. Мы готовы! Да, товарищ! Солдаты готовы! Почему бы не назвать их бронетрактором? 5 за 5 мы отвоюем свою землю. Теперь даже Юрий во что-нибудь попадет. Что вам нужно? Противник! Штук! Нам нужна противотанковая защита! Да, товарищ! Защита. Ракета выпущена! Дай салфу с Катюшей! Продолжайте движение. Закрепитесь на мостах, ведущих к вражеским укреплениям. У вас есть цель?
Отряд, переместите орудие. Товарищ капитан, на севере есть еще третий мост. Если вы сможете занять его, я смогу прислать вам на помощь свежие подкрепления. Ждем приказа. Что мы можем сделать? Выжил из строя. Мы готовы строить. Готовы. Это хорошая точка. Самолет врага! Готов двигаться. Минометный расчет готов. Установим миномет вон там. Миномет на месте! Минометчики в пути! В пути! Ждем, выступаем! Враг обстреливает нашу машину! Вам нужны минометы? Орудийный расчет это сделает. Доступаем. Новобранцы на месте. Выступаем. Пошли. Ждем вашей команды. А вы что тут сидите? Мы подогнем. Отлично, товарищ капитан. Подкрепление уже в пути. Катюша перемещается. Есть для нас приказы? В пути! Пулемет готов. Отряды передислоцируются, чтобы освободить место для пополнения. Мы несем потери! Мы готовы. Так, Катюша. Катюша, готова. Нет, вот ты. Вас понял. Да, товарищ. Ваш приказ? М3! Артиллерия! В укрытие! Как? Вы не хотите здесь умереть? Вперед! Несчастные. Так. Почему хорошие американские носки?
Ваш приказ, товарищ? Старые войска передислоцируются, чтобы освободить место новым. Мы ждем приказов. Так. Отряд, вперед! Что вам нужно? Что у вас? Легкие пулеметы, перед танковое оружие. Гвардейский отряд готов. Гвардия на месте. Да, идем. Минометчики ждут приказ. Выступаем. Ждем приказов. Фу. Теперь у нас есть ПТР. Фу, как хорошо. Выступаем. Мы готовы. Доставь нас туда, водитель. Да, товарищ. Решайте! Отходим! Так, миномет сюда. Миномет на месте! Сюда. Миномет меняет позицию. Идем, идем. Нас обстреливает враг! Мы перебиваем. Что? Хорошо! Мне тут не нравится! Так, тут есть приказы? Добьешь? ПМ-13, ждем приказов. Приказ понятен. Новобранцы на месте. Вперед. Саперы готовы. Мы под обстрелом. Сапер, требуется ремонт. Мы истекаем кровью, товарищ. Поджарим их. Вам нужно что-то взорвать? Саперы в пути! Да, товарищ! Выступаем! Полетим, поехали! Приказ понятен! Ждем команду! Да! Ударные отряды прибыли. Наша машина атакована. Мы готовы. Артобстрел! Понял. Пошли, пошли, живо! Массированный огонь по цели. Выступаем. Катюша, готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
БТР готова. Дороги по ТРС понемногу тяжелеют, товарищи. Да. Минометчики ждут приказ. Вам нужна поддержка против танков? Мы в пути. Тут что? Мы готовы. Вести транспорт в бой. Они стреляют по нашим машинам. Что у нас тут? Гвардейский отряд готов. Вот по ТРС. Нас обстреливают! Покинуть район! Вам нужно что-нибудь? Мы! Гвардейская пехота! Они... Артобстрел! БТР готова! Товарищ! Мы убили отряд противника! Мы ждем приказов! Туда, быстро! Что это такое у нас? Что за пехота 7? Что вы хотите, товарищ? Это маленький еще. Вы в пути! Гранату закинуть туда. Не сможем? Бросаю гранату! Получи гранату, гад! У нас новый отряд! Так. Бронеавтомобиль ждет приказа. Вам нужно что-то построить? Необходимо провести ремонт. Да, товарищ? Так, вы. В пути. Вам нужна поддержка против танков? Гвардейцы в пути. Стрелки из ПТР в пути. Так, где ты, Катюша? Катюша, вот здесь. Дай ракетный залп из Катюши. Товарищ! Орудие наготове. Отряд, переместить орудие. Надо отремонтировать, срочно! Вам нужна поддержка? Выступаем! Дороги по ТРС понемногу тяжелеют, товарищи. Ложись! Ложись! Быстро! Быстро, товарищи! Есть приказы? Идем быстро! ПТР готова! Вот по ТРС. Артиллерия! В укрытие! За мной! Нас атакует пехота! Нет! Что? Вперед, вперед! Да, товарищ!
готовы. Отличный выстрел! Подорвите их гранаты! Машина атакована пехотой! Бэкап, идем быстро! Готовы! Отлепите сына! Следуйте от садим! Даю дым! Отличная работа, товарищ капитан. Это позволит нам перевести дух. Ждем команду! Граната, ложись! Есть! Отряды передислоцируются, чтобы освободить место для пополнения. Так, есть приказы? БТО в пути. Пошли. Отряд огнеметчиков на месте. Бронеавтомобиль М3. Едем. Да, товарищ. Ай, как же я ненавижу эти бункеры! Саперы, берите инструменты. У нас есть работа. Мы передвигаем орудие. Мы нашли цель в ПТО! Приказ победы. Ударные войска на месте. Выступаем. Так. Мы в пути. Давайте. Выход в танки хотя бы. Все равно не надо. Почему? М5. Какой там место? Да, товарищ. ЗСУ. Мы готовы ко всему. Двигаться. Готовы. Мы идем. Народу! Нам больше не опасно. Товарищ командир, мы захватили один из мостов. Отлично. Готовьте оборону и выдвигайтесь ко второму мосту. Бой!
Посмотрим, как им граната понравится. Мы готовы. Вперед! Чего вы хотите? Минометный расчет готов. Черт! Нас прижали! Отряд, выступаем. Мы готовы. Выступаем. Товарищи, меняем позицию. Партийский отряд готов. Готов двигаться. Вот, дай подстреливаю! Чего вы хотите? Брось гранату! Они убивают нас! Нас новые звания! Чего вы хотите? Нам нужно это орудие! Саперы выдвигаются. Саперы готовы. Мы в пути. Посмотрите, нельзя ли починить? Минометчики ждут приказ. Вот это мост. Командование ничего не понимает. Миномет выдвигается. Вы? Да, товарищ. Выступаем. Найдем ее. Что это? М5, готов! Нам установят М45. Готовы к дальней поездке? Машина на месте! Машина готова двигаться. Товарищ! Мы займем по территории. Ударные войска на месте. Да, товарищ. Мы готовы. Идем. М-45 готова. Ждем приказов. Да, Катюша в пути. Сейчас я! Я ваша! Заряд на территории увеличиваю.
фашисты не оставят этот район города без борьбы. Нам доложили, что к вашим позициям приближаются немецкие войска. Не дайте им оттеснить вас. Посылаю вам на помощь Т-34. Вы можете запрашивать танковые подкрепления на заводе. Отряд саперов в пути. Что вам нужно? ПТР готова. Дороги по ТРС потихоньку тяжелее, товарищи. Нашу позицию! Есть! Всем лежать! Нужен пути! Готовы! Вперед! В атаку! Хорошо, первый снаряд! Чего вы хотите? Вражеские войска захватывают наши ресурсы. Тула! Быстрее решайте! Территорию нельзя. Немедленно отбейте ее. Машина атакована пехотой. Отряды фронтовиков готовы к бою. За отступление смертная казнь. Побранцы. Т-34 на вперед! Броня автомобиля М3. Вражеская пехота вперед!
Виктор, за Сталина! Орудийный расчет. Появились свежие новобранцы. Машины больше нет! Нас обстреливают! Подготовь пулемет! Быстро! Танки атакуют! Теперь это наша земля. Гранаты! Смерть за Родину! Один убит! Передайте дьяволу привет от меня! Хорошо. Шагу назад, товарищи! Стёрт! Противникам! Менты! Враг обнаружил нас! Выстрелом! Готовы! Кто-нибудь знает, как этим пользоваться? Тяжелое повреждение! Еще одна машина потерянного блага Родины. Новобранцы-фронтовики готовы идти на фронт. Кажется, это последнее. Т-34 на месте! Вот здесь мы переломим ситуацию. Наступайте и уничтожьте вражескую базу. Так, инженеры есть? Вам нужно что-то построить? Надо отремонтировать срочно! У нас появился новый бронеавтомобиль. Катюша, готова! Офицеры НКВД ушли. Силы прибыли. Товарищ! Отряд огнеметчиков на месте. Шофёр, требуется ремонт. Так. Да, товарищ. Так. Как было спокойно. Бронеавтомобиль. Ждем приказов. Да, товарищ. Да здравствует наша великая Родина! Установим миномет вон там. Да, товарищ. Там. Выступаем. Что вы хотите, товарищ? Прибыли новые силы. Скоро у нас будет мясорубка М-45.
Вам нужны саперы? Так. Есть для нас приказы? 2-10, вези нас туда. Стрелки готовы. А товарищ... Наша мясорубка сейчас наберет фарш и сделка. Штурмовые саперы. Да, товарищ. Товарищ? У них опытный трактор. Готово. Сообразие увидит наш танк. Панцершрек сейчас заберем. Этот панцершрек нам пригодится. Бронеавтомобиль в пути. Ждем приказа. Приказ на ветер. Ждем вашей команды. Выступаем. Минометный расчет готов. Готов двигаться. Готовы. Танкисты легко их одолеют. Да, идем. Пехота. Ждем приказа. Солдаты готовы. Власть придержащие заказали для нас ППШ. Какое чудо. Мы готовы. Панцер! Приказ. Так, М3,
Американцы на месте! Есть для нас? На марше! 2-10, вези нас туда! Это, блин, новобранцы. Мы готовы. Да, товарищ. Так, а лучше стали. Т-34 укомплектованы к бою, готов. Т-34 готов. Т-34 выдвигается. Проверьте снаряжение, выдвигаемся. Минометный расчет готов. Что вы хотите, товарищ? Готовы. Ждем приказ полета. Мы передвигаем орудие. Товарищ! Бегом марш! Катюша ждет приказов! Катюша перемещается! Т-34 готов! Отряд запер! Минометчики ждут приказ! Миномет меняет позицию! ПТО на месте! Отряд, выступаем! Поехали! Поедем! Мы на прицеле врага! Миномет на месте! Дать миномет на огонь по цели! Смотри, как горит! Что вам нужно? Мы вышли! Стрелки готовы! Четыре панцирных. Эй! Здесь нет трусов! Это будет наше! Ждем, выступаем! Уйди! Нас атакована! Машина атакована!
починить. ППШ! Вот теперь-то фрицы забегают! Водитель, поехали! Выступаем! Сделано так, что да, я товарищ! Должен их закидывать мясо. Минометчики ждут приказ. Мне жалко. Мне жалко своих солдат. Минометный расчет готов. Я могу взять кого-то? Нет, никого не могу. Т-34 готов! Т-34! Выступаем! Отбываем! Минометчики ждут приказ. Вражеские пулеметы! Выступаем! Опять немецкий танк! Еще больше наших войск потеряно. Катюшу ждет приказа. Катюша ведет огонь. Мы готовы. Готовы ко всему! А, вот почему. У нас приказ идти! Да, товарищ! Выступаем! Да, товарищ! Да, Т-34 в пути! Да, товарищ! Едем туда! Бронеавтомобиль! Едем! Атакованы!
Т-34 укомплектованы к бою. Выступаю! Броня автомобиля ждет приказа. Отлично, товарищ капитан. Этот район города теперь под нашим контролем. Да. Именно тогда в Сталинграде я увидел, что вы теряете контроль над отрядом. Серьезно? Когда я не послал своих людей на смерть? Когда пошел в бой с ними? У вас был приказ. У всех был. Хороший офицер выполняет приказы. Без вопросов. Это да. Ну, что я могу сказать? Сделали русских мясо. И, конечно, этот красный командир Исакович, это сильно было. До встречи в следующей серии. Спасибо.